Николай Уляшев – лидер паралимпийской сборной России по парусному спорту. Он 13-й в списках лучших в мире яхтсменов. И главная надежда тренерского штаба на получение олимпийской лицензии. Путевку можно заработать на чемпионате мира. Он пройдет в августе в Австралии. А пока Николай совершенствует навыки управления яхтой на уже традиционных сочинских сборах. Ближайший старт в январе – Кубок мира в Майами. Это просто зимние сборы, это чтобы мы не теряли навыки, чтобы мы сидели на воде. Это обязательные сборы, потому что тренировки, любые тренировки, они обязательные. На зимние сборы в Сочи помимо Николая Уляшева приехали еще 4 яхтсмена-паралимпийца, сильнейшие в национальной команде. Сборы – реабилитационные с выходом на воду. Задачи – отработка техники старта и финиша, огибание поворотов и настройка яхт на скорость. Условия на базе «Югспорт» есть все для яхтсменов-паралимпийцев. Все условия для именно инвалидов создавались при нашем содействии, участии. То есть мы видели все это росло. То есть я даже входил в комиссию по приему этого здания, именно как для инвалидов, от Федерации инвалидов. Вот. То есть, конечно, полностью нас устраивает, все хорошо. На сочинской воде тренируется и национальная команда страны, включая молодежный состав. Это сборы после сложного, но успешного сезона, в ходе которого было завоевано 4 путевки на участие в Олимпийских играх 2016 года. Причем половина из них силами спортсменов из сочинской школы парусного спорта. Такие успехи позволяют укрепляться технически. Так, по распоряжению Минспорта страны для сочинской базы закупят катера, яхты, всю необходимую технику и увеличат штат. Чтобы убрать с плеч тренеров и спортсменов вот эти организационные вопросы с доставкой материальной части на другой континент там, и так далее. То есть спортсмены будут приезжать на соревнования, на сборы. Им не надо будет материальную часть доставлять самостоятельно и вообще заниматься этими перевозками. Завершатся сборы национальной команды в Сочи уже завтра. Вернуться сюда снова яхтсмены планируют в декабре после тренировок в Испании. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.